Благоустройство парка «Марков сад» началось. Первым делом коммунальщики приступили к очистке фонтана. Вода, которой заполнена чаша, зацвела, поэтому было принято решение наполнить ее чистой. Горожанам идея пришлась по душе. Фонтан нужен, но лишь бы только взрослые там ноги не мыли. А так нужен фонтан. Раз, ну, чтобы чистая вода тут была. Бутылочка упала, раз, полоснуть. Димитровградцы надеются, что очисткой фонтана благоустройство единственного парка в центральном районе города не ограничится.